Сегодня у нас по плану дегельминтизация на конюшне. Ну, в принципе, у каждого свой препарат. Вот Флоре хозяйка привезла Ивермектин Дуо пасту. Вот его и скормим ей. Вот такой шприц у нас, дозатор. Скармливаем весь. Вот она без упаковки. Действующие вещества – ивермектин и прозиквантел. Дозатор установили. Вот он, дозатор. Устанавливаем в крайнее положение. И будем через рот. Да, вот. Вкусно? Вкусно будет. Давай. Все, лошадка съела. Вкусно было, вот. Сейчас дадим морковку ей закусить.